Для будущих абитуриентов вступительная кампания стартует уже в мае. Традиционно в начале месяца Республиканский институт контроля знаний объявляет старт регистрации на централизованное тестирование. Многие жители нашей области уже поспешили за заветным пропуском. Всего за неделю было выдано более 6 тысяч таких документов. Фавориты среди предметов традиционные. Достаточно как бы человека. На сегодняшний день по области у нас примерно выдано около 6 тысяч уже пропусков. Вот. Лидирует, в принципе, традиционно, опять же, как и по прошлому году, это русский язык и математика. То есть примерно где-то 1500 на русский язык и где-то около 1000 пропусков выдано на математику. Вот. То есть, ну, уже ожидаем, так скажем, абитуриентов этого года. Абитуриенты со всей области приезжают в Брест для регистрации. Будущий экономист управления Дарья Шишук поспешила получить пропуск заранее. Так, по мнению девушки, спокойнее и увереннее. С профессией Дарья уже определилась, а вот в какой вуз пойдет учиться, покажут результаты ЦТ. Я приехала сюда, чтобы зарегистрироваться на централизованное тестирование. Я буду сдавать математику, белорусский язык, английский язык и обществоведение. Хочу поступить в хороший вуз и хорошо сдать централизованное тестирование. Получить пропуск на централизованное тестирование абитуриенты могут до 1 июня включительно. Процедура регистрации довольно простая и быстрая. Он присаживается к нам, берет, дает нам паспорт, мы заполняем заявление вместо него. Он проверяет его, видит, что ошибок нет, подписывается и идет оплачивать тестирование. После этого мы распечатываем и выдаем ему пропуска. В случае утери пропуска абитуриенту необходимо обратиться в пункт регистрации, где ему выдадут дубликат. Напомним, вступительная кампания стартует в Беларуси 11 июня. В вузы поспешат абитуриенты, выбравшие в качестве одного из предметов белорусский язык. Завершатся испытания централизованным тестированием по всемирной истории 1 июля. Предусмотрены организаторами и резервные дни. Ими смогут воспользоваться те, кто пропустил экзамен по уважительной причине.